Губернатор Приморского края во время рабочей поездки в поселок Тавричанка Надеждинского района посетил среднюю общеобразовательную школу номер 4 имени Косова. Участие в региональных и федеральных проектах позволило школе значительно преобразиться и воплотить в жизнь концепцию Доброграда. Теперь у учеников есть современное образовательное пространство, оформление которого включает в себя говорящие стены, новое интерактивное оборудование, новый спортивный зал и многое другое. Мы гордимся вашими спортивными успехами, которые вы достигаете на наших международных соревнованиях. Дети Приморья, вы стали первыми и лучшими среди муниципалитетов. Мы такие игры будем проводить каждый год. Зимние, летние. Значимым событием для школьников стала церемония посвящения 19 маленьких приморцев в «Орлят России». Мы тоже когда-то были маленькими октябрятами, орлятами. Мы тоже также, значит, делали свои робкие шаги к познанию будущей большой жизни. Пусть эти шаги, пусть это звание орлята сопровождает вас в течение всей жизни. Гордитесь этим званием. Оно обязывает, опять же, к тому, чтобы слушать учителей, слушать своих родителей, быть примером для всех, быть первыми. Со словами благодарности выступила ученица 4 А-класса Алена Матвеева, отметив, что для нее и ее одноклассников стать орленком – большая честь и ответственность. Для нас это огромная честь и ответственность, ведь символ орла всегда был связан с многовековой историей могущественной России. Благодаря различным проектам и программам у нас появилась возможность прилежно учиться в красивой и уютной школе, развивать свои таланты, заниматься спортом и быть лучшими детьми своей страны. Спасибо вам! Напомним, ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяка передал 21 муниципалитету края 49 школьных автобусов, 5 из которых получили коррекционные школы-интернаты. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.